Быстрее, 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 быстрее. Кто быстрее? Вот еда, да? Вот умницы. Там еще бегут, наверное. Дети, дети, кушать, кушать. Где еда? Давайте, давайте. Где еда? Вот, молодцы. Бегут кушать. Молодцы. Да? Потеряли? Вот тарелочка. Не надо толпиться, на всех хватит. Давай. Вот сюда. Так. Щенков осталось 9. Одного уже забрали. Сегодня нам ровно месяц. 2 февраля. Родились мы 2 января. Вот, один щенок уже нашел своих новых папу и маму, поехал в Енакиево и стал счастливым жителем города Енакиево. Так вот они кушают. Уже все самостоятельные. Джина их почти никого не кормит. Потому что у них зубки повырастали, и они когда кушают, кусаются. Поэтому она их кормить не хочет. К слову о том, чем кормить щенков. Да, вот это каша Артек, смешанная с мясом, с мясным фаршем. Лучше всего, чтобы это был говядина или конина. Ну, у нас закончилась конина, была конина. Поэтому мы сейчас смешиваем вот такой вот собачий корм. Ну, это не реклама, просто показываю, какой я даю. Видите, это корова нарисована, то есть это говядина австрийского производства. В общем, вот так вот они его, в принципе, неплохо кушают. Ну, каша Артек самая обычная. Вот такая вот каша Артек. Варить ее очень легко, варится она там 5 минут. Вообще собаки любят однообразие в еде, то есть их нужно кормить вот чем-то одним. Ну, они не любят, как мы, разнообразие, да, там борщ, там суп, макароны, там еще заели это все какими-то там мандаринами. Вот собакам лучше давать однообразную еду, она тогда легче ими усваивается и, в принципе, нравится она им больше, однообразная. Вот такая вот каша. Лучше, конечно, чтобы это было именно мясо, ну, мясной фарш. Ну, к сожалению, сейчас закончился. Пришлось купить такой вот баночный фарш. Я его просто растолок вилкой. Такую кашицу. Ну, уже одну тарелку съели. В конечном итоге все тарелки доедят. Конкретно Джину, свою собаку, я кормлю мясными обрезками. Вот они тают с морозилки. Это конина. Ну, просто мясные обрезки. На рынок, если пойдете, я думаю, вы сможете что-то подобное купить. Свининой лучше собак не кормить. Ну и нельзя, в принципе. И какой-то птицы, типа курятины, тоже лучше не кормить. Может быть аллергия. В принципе, щенков, когда начинаете подкармливать, их уже можно с 2-3 недель начинать подкармливать, можно давать куриный фарш, только не жирный. Ну, то есть это должно быть белое мясо, для того, чтобы, так скажем, начать попробовать, как оно пойдет. А потом можно уже переходить на более сложное мясо, типа говядины, конины. Ну, видите, кушают они с аппетитом. Сейчас уже час дня. Кушали они, во сколько, в 9 они кушали последний раз. Кушали творог. Можно давать творог щенкам, да и собакам не помешает. Вот. То есть сейчас они начали кушать намного реже. То есть раньше они кушали там неделю назад каждые там 2 часа. Сейчас можно уже каждые 3-4 часа кормить. Некоторые уже поели, начинают убегать, искать приключений. Скакали за ней. Ну, сейчас они все вернутся, скорее всего, все вот это доедят. То есть тарелки будут пустые.
Вот такие вот растут, уже такие большие. Осталось 9 штук, точнее не 9, 8, потому что одного тоже щенка вот на днях должны забрать. По идее. И вы тоже, кстати, можете стать счастливым обладателем щенка немецкой овчарки. Вот, все, эти покушали, начали играться. Все, всем пока.